Череда поджогов на рынке маршрутных перевозок продолжается. Минувшей ночью вторую и последнюю оставшуюся «Газель» предпринимателя Алексея Большакова подожгли неизвестные. Даже несмотря на то, что автомобиль находился на охраняемой стоянке. Напомним, это уже третий за месяц случай уничтожения имущества членов профсоюза «Автобус». Правоохранительные органы пока не нашли виновных ни в одном из поджогов.